Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, в эфире droider.ru. Мы вещаем с конференции МВЦ в Барселоне. Только что закончилась презентация компании Sony. Здесь были показаны два новых смартфона линейки Xperia Next. И эти смартфоны называются Xperia U и Xperia P. Собственно, это продолжение линейки Next, в которой уже был представлен смартфон Xperia S, такой большой, у него был экран 4,3 дюйма. Собственно, эти смартфончики немного попроще, немного поменьше. Xperia P, вот он. Что он себя представляет? У него экран 4 дюйма, разрешение не такое крутое, но все равно достаточно хорошее, 960 на 540 пикселей, еще это называется словом QHD. Еще из прикольных фишек то, что корпус выполнен по технологии Unibody, то есть из одного куска алюминия. Вот он, кстати, вот здесь у нас примерчик лежит, такого же куска, вот так он выглядит. Здесь стоит процессор двухъядерный, 1 ГГц, собственно, такой же стоит у следующего смартфона, на который мы посмотрим. Все эти смартфоны выполнены в одинаковом дизайнерском решении, вот с такой прозрачной полосочкой вот здесь вот, и с нижней вот этой частью, на которой написано Xperia. Сенсорные кнопки тут есть, до меню и назад. И что тут есть еще на боковых сторонах? Мы видим здесь микро-USB, видим здесь микро-HDMI, разъем для симки. При этом, по-моему, это микро-симка, если я не ошибаюсь, да, скорее всего. Также, с другой стороны, у нас есть динамик, есть кнопочка для включения, кстати, очень удобная, хорошо нажимается. Качелька для регулировки громкости, кнопка для камеры отдельная тоже есть, как это часто бывает у телефонов Xperia. Сверху разъем для наушников. Ну, а снизу ничего нет, снизу только микрофончик для связи и для разговоров. Из аппаратных характеристик еще стоит сказать, что здесь 16 гигабайт встроенной памяти, а разъема для microSD-карточки, к сожалению, нет. Ну, сейчас мы видим, что здесь установлен Android версии 2.3. Он, в общем, имеет оболочку фирменную от Sony, достаточно симпатичную. Также про дисплей стоит сказать, что здесь используется технология White Magic. Это значит, что экран лучше отображает белый цвет. Там есть специальный белый пиксель в каждом пикселе, есть по белому пикселю дополнительному, который светится. В случае, если нам нужно показать белый цвет. И действительно, мы только что проверяли, сравнивали. Красивый, яркий белый цвет получается. Что стоит сказать про оболочку? То, что она действительно серьезно изменена. Здесь много всяких встроенных приложений, много встроенных виджетов. Все выглядит достаточно симпатично, аккуратно, ну, на первый взгляд не лагает. При том, что на фоне мы видим крутятся вот такие вот живые обои, очень симпатичные, красивые. И телефон производит в целом весьма хорошее впечатление. Это телефон Sony Xperia P, я напомню. Он такой, то есть как Xperia S, только немного попроще. Немного попроще, немного поменьше. Перейдем к третьему смартфону линейки Xperia Next. Он называется Sony Xperia U. Это самый маленький смартфончик из этой линейки. У него диагональ экрана 3,5 дюйма. Его разрешение 854 на 480 пикселей. Процессор такой же, как и у Xperia P. Одноядерный, точнее двухъядерный с одним гигагерцем частотой. И дизайн тоже примерно такой же. Правда, здесь не алюминиевая крышка, а пластиковая. Мы это видим. Он больше, скажем, направлен на аудиторию стильную такую, которую важно, как выглядит телефон, как он смотрится, потому что, во-первых, в комплекте у него идет целых три вот таких сменных панельки, которые можно к низу прикреплять, такие две цветных, и одна будет черная. Ну, давайте сразу поменяем, посмотрим, как это выглядит. Так, сейчас я выключу экран, чтобы посмотреть, как этот процесс происходит, смены. Так, надеваем, вот. И еще одна дополнительная фишка заключается в том, что вот эта вот прозрачная часть телефона, вот здесь вот, она меняет цвет. Причем она меняет цвет в зависимости от того изображения, которое у вас в данный момент показывается на экране. Если, например, мы просматриваем какие-то фотографии в галерее, то соответствующим образом будет подсвечиваться и вот эта полоска. Это достаточно прикольно. Кроме этого, конечно, она может быть использована для индикации пропущенных звонков, смс-ок и тому подобных вещей.
Ну, оболочка такая же примерно, Android 2.3 со всеми фирменными виджетами и приложениями. Давайте еще раз быстренько взглянем на корпус. С правой стороны аналогично есть кнопка для включения, качелька, кнопка для камеры. Кстати, камера здесь 5 мегапикселей, фронтальная камера в качестве VGA. На левой стороне у нас уже нет HDMI порта, есть только microUSB, сверху разъем для наушников. Ну и снизу, опять-таки, ничего дополнительно лишнего нет. Это смартфон Sony Xperia U. Собственно, на этом заканчиваются все новинки, которые Sony сегодня нам представила. Это два смартфона, Sony Xperia P и Sony Xperia U, которые являются продолжениями линейки Sony Xperia Next. Спасибо, что смотрели этот обзор.